Детский отдых должен быть безопасным. В республике проходит проверка загородных оздоровительных учреждений. На днях комиссия администрации города Чебоксара побывала в лагере «Березка». На вторую смену он примет около 200 детей. Каждый член комиссии проверяет свое. Как организована охрана, все ли в порядке с документами, все ли есть в медицинском пункте, что с ограждениями и так далее. Для того, чтобы пребывание детей в лагере было максимально безопасным, территория оснащена видеонаблюдением, установлена тревожная кнопка, организована пропускная система. К организации и питанию у представителей экспертной комиссии замечаний тоже не возникло. Повара следят, чтобы блюда были свежими, полезными и питательными. Кормим 5 раз. 10-дневное меню у нас. Это меню не повара составляет, у нас там бухгалтер составляет 10-дневное меню. Это не только там бухгалтер, это Роспотребнадзор, все это решено, да. Мы готовим меню, это блюда по меню. У нас каждый день меню. Мы это с утра до легкого ужина мы по меню готовим. У нас вот, например, утром обязательно каша молочная, бутерброд или с маслом, или сыром, или колбасой, или другой раз яйцо, или запеканка, или пудинг мальвина обязательно у нас. По итогам проверки экспертная комиссия отметила, что организация детского отдыха в лагере «Березка» соответствует требованиям. Рифат Фаткулин, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика.